Больше 50 человек оштрафовали в Восточно-Казахстанской области за нарушение правил пожарной безопасности с начала лета. Об этом сообщили в ДЧС области. Там также отметили, что сейчас в регионе ожидается высокая пожарная опасность. Жителям районов Самар, Улькеннарын и Курчум, а также Усть-Каменогорска не рекомендуется посещать лесные зоны. С начала сезона в регионе уже произошло 9 лесных пожаров. Площадь треть гектара по всем возгораниям. Опасный сезон продлится до ноября. В области работают мобильные группы, в составе которых спасатели, работники лесничеств и представители акиматов. Степных пожаров у нас не зарегистрировано. Вместе с тем имеется 20 степных загораний, что также меньше в 2 раза. Мобильными группами на сегодняшний день проводится работа по профилактике природных пожаров. На сегодняшний день проведено более 1000 рейдовых мероприятий.